День, друзья, находимся на канале Boston Technic. С вами Роман Чередниченко. Напомню, что компания Boston Technic — это возможность приобрести сельхозтехнику за наличные средства, а также по перечислению. Сегодня к вашему вниманию представляю разбрасыватель-выдуватель соломы РВС 1500 2011 года производства. Так вот, РВС 1500, 2011 год. Данный разбрасыватель-выдуватель находится в рабочем состоянии, полностью комплектен. Износ резины по кругу 50%. Прицепное в идеальном состоянии. Приводной вал. Так что данный разбрасыватель-выдуватель находится в хорошем техническом состоянии, полностью комплектен. Смотрим по состоянию, есть небольшое выгорание покраски, а в остальном все, как сказать, отлично. Кого заинтересовал данный разбрасыватель-выдуватель соломы РВС 1500, 2011 год производства, звоните, пишите, дадим более подробную информацию, а также поможем с приобретением. Всем удачи и добра!